В эфире новости на своем, в студии Роман Выстаров. Здравствуйте. И сегодня в нашем выпуске вы увидите. На защите Родины. Как заключить контракт с Минобороны на Ставрополье? От веселья до печали. Чем закончилось застолье приятелей в Ставрополе? И какие работы проводят в Благодарнинском округе по улучшению водоснабжения? Расскажем далее в выпуске. В Ессентуках после аварии обновят систему электроснабжения. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров на совещании в правительстве края. Причиной большинства инцидентов стала перегрузка подстанции Ессентуки-2. Это привело к обесточиванию ряда соцобъектов и котельных. Последствия аварии уже устранены, подача ресурсов потребителям восстановлена. Владимиров поручил Минпрому и МинЖКХ региона проработать план по модернизации систем энерго- и теплоснабжения во всех проблемных территориях. В Ессентуках будут решать этот вопрос в первостепенном порядке. Я хочу, чтобы вы проанализировали подключение к подстанции в предгорном районе и муниципальном округе Ессентуки. Как можно давать подключение новых потребителей, если у вас перегружено оборудование и летит, из-за чего страдают потом все остальные? С августа почти в 2,5 раза выросло число ставропольцев, заключивших контракт с Минобороны. По словам специалистов, повлияли на это события в Курской области, а также повышение региональной выплаты и мощный пакет краевых мер поддержки бойцов и членов их семей. Регулярно в пункт отбора на военную службу приходят кандидаты. Как работает система, узнала Кира Мартынова. Это моя солнышко, моя радость в жизни. Это моя доченька повесила на память. Так скажем, мой будет амулет так, на удачу. Но у меня такая 7 лет, возраст такой интересный. Как говорится, папа, возьми, оно тебе там пригодится точно. В рюкзаке теплые вещи. Уже через несколько часов Дмитрий отправится в учебный центр. На гражданке 36-летний житель Благодарного занимался компьютерами и программным обеспечением. В военной сфере видит себя пилотом БПЛА. Смешанные чувства. И волнение есть, и гордость какая-то есть за то, что принял наконец-таки это решение. Смешанные чувства. Не могу конкретно, так скажем, выделить. Там целая палитра, наверное, внутри. Ну, в большей степени, конечно, гордость, что есть возможность послужить Родине и, так скажем, быть. Ну, опять же, и с другой стороны, может быть, еще и найти себя. Ставропольский пункт отбора на военную службу по контракту работает практически как МФЦ. Вначале кандидат пишет заявление и готовит пакет документов. Сейчас перечень документов по определенным обстоятельствам, он уменьшен, нежели это было раньше. То есть для того, чтобы кандидата, так сказать, сильно не затруднять с этим вопросом. То есть есть определенный документ, он не, перечень невелик. Также будущий военнослужащий проходит медкомиссию. Вся процедура занимает не больше 3 дней. После событий в Курской области, отмечают специалисты, ставропольцев, желающих заключить контракт, стало больше. Люди идут. И как бы вот последние вот эти вот, то, что связано с Курском, в разы, конечно, увеличилось. Люди уже просто видят, что происходит. И, ну, как бы смотреть на это равнодушно не могут. Так, например, контракт подписал и 52-летний Роман. Я как-то, ну, может, служил просто, и все это знакомо. Как-то без особого какого-то, как сказать, страха или еще что-то. Ну, ну, нормально. Я все умею, все это самое, и оружие, и единственное, что на танке не езжу, а так автомобиль, на автомобиле езжу. Водители, инженеры, работники сферы АПК, менеджеры, айтишники. Перечень сфер, из которых приходят кандидаты, достаточно обширен. У меня были преподаватели. Были преподаватели и истории, были преподаватели физкультуры. Ну, вот это я считаю, как бы, ну, тоже это, ну, необычное. Вроде как бы в школах тоже надо кому это, но тем не менее люди идут вот с такими профессиями. Кандидатам обязательно рассказывают о положенных выплатах и льготах. Напомним, региональную по инициативе губернатора Владимира Владимирова существенно увеличили в этом году.
Сейчас у нас две основные выплаты. Это региональная, так называемая губернаторская выплата. Она составляет 1 600 000 рублей. Это стартовая выплата. И выплата федеральная, ну, так называемая президентская. Вот, она составляет 400 000 рублей. То есть в сумме получается военнослужащий, который поступает в военную службу с Ставропольского края через пункт отбора города Ставрополя, он получает в сумме 2 миллиона рублей на старте. Пополнить ряды военнослужащих мужчина хотел еще с самого начала спецоперации, но были обстоятельства и обязательства, которые держали на гражданке. Решение подписать контракт Дмитрий принимал вместе со своей женой. Благодаря существующим мерам поддержки на Ставрополье, говорит мужчина, не боится оставить семью. Уверенность есть, уверенность хорошая, материальная поддержка достаточно существенная, солидная. Я уверен, что все будет хорошо, и государство поддержит. Поддержка огромная, я считаю, что люди, которые идут туда, они понимают, что у нас нет такого сейчас, что человек ушел, и, а там уж как будет. Поэтому уверен, все будет хорошо. Между тем, участились случаи, когда заключить контракт на Ставрополье специально приезжают из других регионов. Такие прецеденты уже были. Приезжали ребята и с Московской области, с Ленинградской, также из соседних близлежащих к нам регионов, то есть это Краснодарский край, Республика Калмыкия. После того, как у нас правительство подняло выплату до 1 600 000 рублей, именно только регионально, как я ранее сказал, то есть такие случаи, они участились. Для того, чтобы заключить контракт с Минобороны России, не обязательно сразу ехать в краевой центр. Подать заявление и пройти медкомиссию можно в военном комиссариате по месту постановки на учет. В каждом также работает инструктор пункта отбора. В Ставрополе же кандидатов ждет финальная проверка документов, подписание контракта и получение предписания для отправки в часть. Все мероприятия, связанные с отбором кандидатов, остались позади. С подписанными контрактами и предписаниями теперь уже военнослужащие загружаются в автобус и отправляются в центр подготовки, где их ждет интенсивный курс молодого бойца. Ну а желают ему удачи Кира Мартынова и Александр Колодко. Ставропольское телевидение. А теперь о происшествиях. В Пятигорске пожарные получили ночной сигнал. 25 специалистов прибыли на место происшествия. Возгорание произошло в многоквартирном доме. Спасатели эвакуировали 26 человек. Горела квартира пожилой женщины. Стихия охватила площадь 40 квадратных метров. 84-летнюю пенсионерку доставили в больницу. От других ЧП в оперативной сводке. Ребенок на дороге. В Георгиевском округе начинающий водитель сбил 7-летнего мальчика. Ребенок вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода самостоятельно. Несовершеннолетнего доставили в больницу с травмами. За рулем был 19-летний местный житель. Парень получил права меньше месяца назад. Ранее на нарушениях не попадался. Проводится проверка. Разрешил спор. В парке Кисловодска между тремя молодыми людьми разгорелся конфликт. Один из них вытащил травматический пистолет и выстрелил в оппонентов. У пострадавших огнестрельные раны лица и туловища. К счастью, им вовремя оказали медпомощь и спасли жизни. Заведено уголовное дело. Выкинул в окно. В Ставрополе в многоквартирном доме двое мужчин весело проводили время. Но застолье закончилось печально. Собутыльники поссорились и подрались. От полученных ударов один из них потерял сознание. Второй оппонент, недолго думая, выбросил своего друга из окна 5-го этажа. Потерпевший 45-летний мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. В Кисловодске завершился капитальный ремонт столетнего дома на проспекте Ленина. Специалисты восстановили кровлю, отремонтировали фасад и обновили коммуникации. Работы провели за счет средств краевого бюджета. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. Ставрополь готовит к воду в эксплуатацию школу на улице Чапаева. Образовательное учреждение рассчитано на 900 мест. В здании завозят мебель и оборудование, параллельно благоустраивают прилегающую территорию, сообщили в региональном Минстрое. Открыть школу планируют до конца года. Работы проводят по нацпроекту образования. В Адельбае Благодарнинского округа продолжается модернизация системы водоснабжения. Специалисты уже обустроили подводящие и отводящие водоводы, смонтировали 18 колодцев и выполнили гидроизоляцию основания для будущих резервуаров, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Позже возведут сами емкости для чистой воды. Работы проводят по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В Кировском округе завершился ремонт двух дорожных участков. Работы проходили фазанами комсомольца. На отрезках обновили покрытие проезжей части тротуаров, укрепили обочины и установили знаки, сообщили в региональном Миндоре. Работы провели по краевой госпрограмме развития транспортной системы. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте stv24.tv и социальных сетях. Также у нас работает телефон для ваших обращений. Номер его 8-928-350-8070. В студии был Роман Выстаров. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья! Прогноз погоды на понедельник, 11 ноября. Главная новость по краю – преимущественно без осадков. Центральные территории края – тут точно без осадков. Пасмурно в Минводах, всего плюс 9, а ветер 4 метра в секунду. Облачно с прояснениями в Ставрополе, Изобильном и Невинномысске. И такие вот градусы. Невинномысск – плюс 11, Изобильный – плюс 10, Ставрополь – плюс 8. Световой день – 9 часов 43 минуты. Минводы также без осадков. Железноводск, Пятигорск, пасмурно. В Пятигорске днем плюс 9, а в Железноводске плюс 7. И самая хорошая погода в субботу, конечно же, в Кисловодске. Плюс 10, облачно с прояснениями, ветер 2 метра в секунду. В Ессентуках плюс 9, а ветер 4 метра в секунду. Север края. Пасмурно и без осадков. Днем выпадывая дином не выше, чем плюс 9, а ветер 3-4 метра в секунду. Восток. Как раз вот здесь вот осадки, небольшие дожди, днем до 11 тепла, а ветер 3-4 метра в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся.